Здравствуйте! Сегодня я вам предлагаю два варианта черного маникюра. Если вам интересно, оставайтесь основной со мной. Основной лак для этого маникюра я буду использовать черный матовый оттенок от Orly. Я его уже нанесла на ногти, вот так он выглядит. Первый маникюр, который хочу вам показать, это френч. Основной цвет у нас матовый, черный. А края мы будем делать глянцевым черным лаком. Края я буду делать черным лаком от Maybelline. Перед тем, как нанести глянцевый черный на кончик ногтя, я проведу тоненькой кисточкой границу. Уже толстой кисточкой я прокрашиваю кончик ногтя, не выходя за эту границу. Вот так. Второй вариант маникюра с матовым черным называется «Зебра». Он такой же простой, как и первый. Все, что мы делаем, это на основной тон тоненькой кисточкой мы наносим полоски черным глянцевым оттенком. Тем самым прорисовывая рисунок зебры на нашем ногте.